Голова ледохода на Большой Оби находится в районе поселка Козым-Мыс Шурышкерского района. Его протяженность 320 километров, скорость движения 30 километров в час. После недельного застоя ледоход набрал скорость. На реке Малая Обь голова ледохода находится в окрестностях села Азовы, сообщает информагентство «Северпресс». По словам начальника отдела гидрологии Ямало-Ненецкого гидрометцентра Михаила Кузнецова, по последним прогнозам ледоход в районе Салехарда пройдет 29 мая. Однако же утверждать точно никто не берется. Прогноз ледохода может сдвинуться как на 5 дней раньше, так и на 5 дней позже. Причина последних корректировок – холодная погода. Из-за низких температур вода в реках очень медленно поднимается, отмечают специалисты. Добавлю, что в Лабытнангах ледоход собираются встретить торжественно. В день, когда он доберется до наших окрестностей, на переправе будет организован праздничный концерт с конкурсами и сжиганием чучела ведьмы Парныка.